В областном мемориальном музее Алии Молдогуловой состоялся вечер памяти и персональная выставка картин, посвященная 70-летию художника Сагентая Алимбетова. Вниманию зрителей было представлено более 100 картинок тюменского мастера кисти. Художник большую часть своего творчества посвятил изображению деревенской жизни и природы. Сагентай Алимбетов – член Союза художников СССР и Казахстана, член Союза дизайнеров Казахстана, профессор изобразительного искусства, лауреат Международной ассоциации искусства народов мира, почетный гражданин и автор герба города Актобе. Его творения, по мнению современников, являются уникальными. Он очень вдохновенно работал, у него, конечно, глаза при этом горели, искрились. Он, ну, как-то... И потом он долго работал над каждой работой, он вдумчиво работал. Но это был необыкновенный человек, необыкновенная личность. Есть. Несколько работ у меня есть дома. Вот, и они мне дарили их, как правило, на день рождения. Сагентай Алимбетов был участником республиканских международных выставок Всесоюзного фестиваля художников. Его картины хранятся в Министерствах культуры Казахстана и России, фондах Союза художников Казахстана, резиденции президента, а также частных коллекциях граждан США, Франции, Австралии, Турции и Голландии. Прежде чем начать как 150 Союза, мы очень много выставлялись. Нужно было возить картины. Это все мы, Айтеки Бием Салы, это наших, вот допустим, Биллер, собственно, Абулхайрхан, портреты, все это мы туда возили. Вот. Ну и произвольная картина, тематика «Аул», допустим. В ходе мероприятия были показаны слайды о жизни и творчестве художника, а друзья и коллеги поделились воспоминаниями о годах дружбы и совместной работы. Динара Абдуалиева, Бахытжан Едыгеев, телеканал «Актобе».